это очень хорошо. Давай. Это очень сакральная штука. Люди, значит, сами виноваты. Им дан был рай, они захотели свободу и похитили огонь с небес. Сами зная, что станут несчастны. Значит, нечего их жалеть. О, по жалкому земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я же знаю это, ведь жить по ней я не могу согласиться. Что мне в том, что невиновных нет, что все прямо и просто из одного выходит, и что я это знаю? Нет, мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не где-нибудь в бесконечности когда-нибудь, а здесь уже на земле. И чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам видеть. А если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня. Ибо будет слишком обидно, если возмездие произойдет без меня. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодеяниями, страданиями, грехами моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и убийца, и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. Федор Михайлович Достоевский.